как играется бит. То же самое можно сыграть с щелчком. Можно играть вот таким боем. Можно играть бой плюс бас, бас плюс бой, то есть. Можно использовать бас, бой, глушение. Это играется так. В медленном темпе, значит, я дергаю бас, удар вверх, глушение. Вверх, вниз, вверх. Далее опять беру бас. Вверх, глушение. Вверх, вниз, вверх. ЕМ, бас. То же самое. Можно играть еще такой перебор. Дергается бас. Третья. Первая, вторая вместе. И опять третья. И меняем аккорды. На ЕМ играем пятый бас. На H7 пятый. На ЕМ 6 и на С 5. И опять то же самое. Подписываться на мой канал, ставить лайки и пишите в комментарии, на какие песни вы хотели бы увидеть разборы. До новых встреч, всем пока!